Всем привет! Продолжаем играть в Боши. Сегодня у нас босс 9 уровня. Это... как его звать-то? Ну, из Зельды, короче, этот. Гарнер? Фиг его, короче, поймешь. Ганнон. Во, Ганнон вроде, да. Геннон. Ну, короче, вы поняли, да. Так, микрофон не забыл включить. Все. Так, надо только проверить, сейф у меня... Как ты сказал, откатился или нет? Все. Ага, похоже, что да. Все, сейф откатился, управление я, конечно же, забыл поставить. Как обычно. Хотя нет, обычно я уже не забываю, но сегодня забыл. Привет! Так, тут дофига народу-то пришло. Гоги Бастье, Тор, Алексей Альферов, Роли КХВ, Костабрик. В общем, всем привет. Так, ну чё, попробуем, что это за босс такой. Картофан, привет. Чё говорит? Не, ну you will die, я понял. И чё? А, что-то убийственное, да. У него другая теперь будет атака, да? То есть он каждый раз новую дает? В зависимости от того, где появился, что ли, или что? Что за фигня? Привет, Анюта. Так, сейчас где появится? Справа появился. Другая какая-то атака. О, ясно. Так, если справа появляется, значит волна. Если слева, то какие-то зверюшки. А где-то посередине, то какие-то птицы там летают. Привет, Just Observer. Да это что-то опять новое. А, сейчас это волна, да? Не. А. Так, 98 осталось. Не, ну походу этот босс не такой простой, да? Ну, сложнее, чем Mortal Kombat. А, не, неважно, короче, походу, где он появился, все равно атака другая может быть. А я Бомбермена не видел. Блин, чатик читал. О, да сколько у него разных атак-то есть. Босс топ 2 изи после Китти, сказал Картофан. Ну, по-любому. Привет, Троллбастер. Если Картофан говорит, что это изи, значит, по-любому хардкор. Блин, да как я мог на это попасть? Легче Чансунка даже? Но я тогда сейчас по-бырому его убью, наверное. Ну как по-бырому? Смертей за 500, да, наверное, получится? Может, нет. А, блин, как от этого уворачиваться, пока не понял. Нужно какую-то точку найти, свой спот или что-то такое. Какая сейчас будет атака, интересно. Не, прикольно, играем в угадай атаку. А, ну вот этого я не ожидал, динозавра. А, рандом? Привет, мистер Набомнение. А... Да, походу тут только нарандомить. Ну пока что, так мне кажется. Но наверху это неудобно. А, это же птички. А.
А птички тоже-то летят не одинаковым способом, по-моему. То есть там нужно быстро соображать, то ли прыгнуть, то ли не прыгнуть. О, а чё прям на мне-то? Да как это? Надо-то, когда это так, нужно далеко отбегать, по идее. Летучие мыши, ну неважно. А, чё же не сообразил-то прыгнуть? Ну подсказывать ничего не надо на этом боссе, я думаю. Вообще не надо, и на 10 уровне, а то у Тора там горит, когда мне подсказывают. А он и так уже сегодня подгорел. Да как же она вниз-то полетела? Они наводятся на меня, что ли, всё-таки? А я забыл, что пропускать эту заставку-то можно. Да еще его атаки друг на друга накладываются, это, блин, нечестно. Опять он сверху появился. Как я должен его атаковать, когда он сверху? Блин, затралил. У него здоровья очень много. Блин. Я пока больше трех атак вроде не выживал, да? На одном из прекрасных экранов он остановился. Блин, зажал. Когда вылазит... Да не надо подсказывать, я же сказал. Не надо подсказывать. Спасибо, конечно. Ну, мне вот... Что-то меня сильно тралит, типа, что... Мне все подсказывают. И я этого и так пройду. А... А, единственное, я, если честно, так сам не догадался, что их можно убить. Или и чё, реально можно убить? Этих коричневых. Лол. Ну да, я тупой. Я тупой, я не спорю. Когда идет волна синего огня, перепрыгивай. Хороший совет. Да, что я этих-то? Блин, ну я так и думал, тут слишком близко, чтобы размигрить для меня. Банза спойлер. Микрилка пока не включается. Ну блин, он тут меня это затралил. Я хотел прыгать, а там некуда было прыгать. Своим толстым задом загородил небо. Ну это вообще хз. Кстати, если бы я стоял на месте, ничего бы не произошло. Ну ладно. Здесь жизни быстро фармятся, потому что погибаешь быстро, что-то слишком. Надо было прыгнуть, ясно. The greatest.
Интересное замечание, мистер, на твое мнение. Я смотрю, тут прям шутники за 1000 собрались-то, О, а чё я не перепрыгнул-то? Я же прыгнул. Я же жал. Блин, да я не могу эту фазу размикрить. С пузырьками с этими или что это такое. Очень быстро тут смерти фармится-то. О, еще пришел один, привет, Бобер. А, это идеально было. Ну зато птицы-то меня не попали. Летучие мыши. Так что, в принципе, я считаю, атака была замикрена. Опять. А, надо было... Ну тут, ну с маленькими прыжками у меня проблемы, так что... Блин, у него такая легкая была атака, а я это... Закрабил. Блин, что-то я затупил, он не должен был попасть. Почти. Ну, короче, тот босс, где спам нужен вообще жесткий очень. Ну, надо же, я размикрил эту атаку. Ну, просто далеко стоял. А по его словам можно понять, какая атака идет? Что-то я пока не очень нашу связь слышу. По-моему, можно, да? Просто я не могу эту синюю волну предугадать, если честно. Вот не успеваю среагировать. По анимации? Можно, можно. Да я ему вообще, я ему сношу треть, я ему треть сношу в лучшем случае. Охренеть. Блин, да почему я читал неправильно? Как работает маршрутизатор для интернета? Ну блин, если честно, тут немножко мозг сейчас не в эту сторону работает. Ну ты блин, одним словом ты не объяснишь, а... Не могу и объяснять, и, блин, и микрить, ты чё? Да, тем более есть вики. Да как же так, 92. Палец ту станет со временем. Да,
Блин, вот эти птички же мне больше всего достают. Птички и вот эти пузыри, вот эти, ну шарики, вот эти фиг ты знает. Может, издует интернет? Ну, в принципе, да. Не, ну слишком близко. Я не могу размикрить, когда эти летучие мыши так близко. Не было уже еще прыжка. Ну, не обязательно в офисе, это частный случай. Это частный такой случай. Ну вообще, ну блин, ладно, хотя бы, реально, в двух словах хотя бы, да? Ну, ты не думал, почему он называется маршрутизатор, а не как-то иначе? Потому что он выстраивает маршруты в сети. То есть, какой запрос на какой компьютер должен быть направлен. Это одна из функций. Ну, как бы, вот прямая. Обычно там еще понапиханы разные функции. DNS, сервер, там еще что-то. Там DHCP там аренду раздает, еще что-нибудь. Ну, это уже так, дополнительно. Увеличивает скорость? Бред, ты чё? Вообще, так чисто теоретически он уменьшает скорость. И пинг. Ну, в смысле, пинг увеличивает. Блин, да не успеваю я синюю размикрить это. Так спросил бы напрямую, он увеличивает скорость? Я бы сказал сразу. А то спрашиваешь, зачем он нужен. А, и как я должен тут делать? Нет, ничего не будет, если будет интернет в нескольких компах через один роутер. У меня дома... три компа, планшет и три телефона с Wi-Fi. И никаких проблем нету. Причем раньше еще был и сервер, но сейчас у меня и комп, и с сервером объединились. Блин, вот эта волна, это жесть для меня. Вот по-любому летучие мыши после этого сразу, чтобы как можно сложнее было размикрить. Ну блин, если три компа одновременно используют интернет, то как бы очевидно, да, что будет скорость распределяться между ними. Она же не утроится, то есть если тебе, например, провайдер дает 100 мегабит, то на трех компах одновременно ты 100 мегабит, разумеется, не получишь, ну это как бы кэп подсказывает. Но если... два компа, например, используют только там в Одноклассниках сидят, а третий что-то качает, то у третьего там будет, да, около максимальной скорости. Ну то есть сами компы-то не отнимают скорость-то. Просто если они, ну, занимают канал, то разумеется. Не, ну просто ты как-то, вероятно, не очень ясно выразился. А, ну тогда понятно. Ну тогда понятно. Размикрил.
Не размикрил. Тор, как ты прошел этого босса с твоим заспамом? Ты что там, 1000 фаз выставил, что ли? Блин, я думал, волна. Да как? Ну на самый конец уже попал. Я пока не понимаю что-то. Если честно, я думал, будет не очень сложно. Но, по-моему, я ошибся. Да куда ты так? Чё он только что сделал? Чё за бред? Да, и по-любому этих птиц. Ну как же еще-то? Ну рандомить можно, но блин, сколько этого рандома ждать? Надо учиться, проходить. Да что ж, ну почему я прыгнул? Да я не понимаю, когда он синюю пускает. Что-то я анимацию вообще не успеваю ловить. Видимо, слишком слоупок. Сейчас, кстати, понял. Да жесть, ну блин. Блин, почему-то я думал, что успею дойти. А, чё ж я опять не сообразил. Легкий босс, Тор, ты так он не ответил, сколько ты тут фаста выдержал? Ты, наверное, уходил куда-то? Наверное, штук 100, блин, по-любому. И что-то ты их очень быстро научился размикривать все. Ну, походу, ты бог микро, а я днище. Дно! 60 оставил. Еду готовил, потому 8. А если бы ты еду не готовил, то ты бы его за одну фазу убил? От прыгающих шариков, что пускают коричневые баки? А, чё? Лучше не прыгать, а дожидаться момента и просто проходить их, пока они в верном положении. Так тебе будет... Я вообще не понял, с чем ты. Ну да, так. Ну тут, не, на Гоге Басте скорее тут циклов нету, а фазы есть.
Ну, Тор, я просил не подсказывать. Я все со своей стороны все сделал. Все равно я не понял эту подсказку. Да как? Ну блин, я же видел это прекрасно. Ну, как можно не размедлить эту атаку, самую легкую, ну когда я уже вижу ее? А, и честно, я сделал... Я не понял, что ты сказал. Слишком близко. Ну повезло пока. Вот это что ли? Я не понял. Если я что-то сделал, то случайно. А, я понял, ты говоришь не прыгать на вот этих, все, ну я так и делал же уже, да. Да-да-да, все, теперь понял. Ну я, в принципе, так уже и делал, то последние попытки. Да куда, да вот что это затраливание, блин. Атака заключается в том, чтобы телепортироваться на меня, что ли? Отлично. По-любому. А что я им вообще такого сделал? О нет, только не эти, ну... Больше всего, конечно, эти птички затраливают летучие мыши. Такие они самые какие-то нестабильные. Повезло. Ну нет же, ну... Ой, тролль, ой, тролль. Да я... Не, я в принципе уже почти понял, вот, ну, синий огонек точно я понял, какая анимация, но... Иногда просто он... Почему-то я не... Длинный прыжок не делаю. Да то, что прыгать и стрелять, это фигня. Не в уроне это дело. Все равно он там эту атаку сделал, которую бы я вряд ли пережил. О, опять, блин. Как я мог на это умереть? За уроном гонюсь, естественно. Or else you will die.
Да как? Да лол, вообще жесть. Вот я заметил, чем босс быстрее, то есть, ну в смысле, чем каждая попытка быстрее, да, происходит, тем сильнее начинает гореть. Вот на сотнике вообще почти не горело, потому что там каждая попытка довольно долго длится. А сейчас уже немножко, если честно, начинает. Ну так, слегка-слегка, но... Просто, блин, ну одно и то же действие очень часто повторяется. Это у нас Тор неподгораемый стример, а я-то нормально подгораю. Когда игра этого требует. В чем тут турбокнопка? Не, Тор, не именно это, не. Это как раз таки мне пофигу, в принципе. Тем более, я даже не знаю, насколько ты быстро прошел. Я пришел, ты уже... Две попытки сделал и прошел. А фиг знает, может, и до этого еще тысячу сделал. Я откуда знаю. Ты же мне не сказал, сколько ты смертей его убил. Ну, блин, сейчас что-то плохое будет. А, ну хотя так себе. После этих коричневых всегда летучие мыши. Вообще всегда, абсолютно. Мне интересно, с турбокнопкой здесь было бы легче? Ну просто, в принципе, мне кажется, я и так нормально урон наношу, все равно я не выжил бы даже с турбокнопкой. Блин. Да блин, ну что я тороплюсь? Да нет никакой турбокнопки, лол. Че, это разве не заметно? Могу включить турбокнопку и увидите разницу. Ну все, это смерть. Правда, ее долго включать, потому что у меня нету этой проги. А че он так низенько-то пустил? Ну, Тор, Марио ты быстрее убил. Потом что-то начал тормозить. А до Марио ты все быстрее прошел. Ну, я, в принципе, твои первые стримы побольше вообще не видел. Первый, второй уровень и третий. Начал смотреть только с Марио. А чё ж я забываю?
Это не было смертью. Я не успел погибнуть. Ну блин, фиг знает, как это размикливает. Ну в смысле, да, все понятно, но пока не получается. И вот эти летучие мыши, что-то я не могу против них стратегию придумать нормальную. Ну так, как-то на интуитивном уровне вроде что-то так думаю, но как-то вот нечетко. А вот против этого тем более. Ну, блин, ну... Конечно, 40. 40 осталось. В принципе, если от него далеко стоять, то почти все атаки размикриваются. Я понял, как Тор прошел. Он всегда стоял далеко. Блин. А я прям под ним стал. Самая идеальная тактика. А, ну ладно, здесь пока пофигу. Кажется, я почти понял, как летучих мышей размикривать, но только когда далеко от них. Да это ж самая легкая фаза. Да что ты делаешь? Где? Я не заметил. Да, опять. Не, теперь заметил, только среагировать не успел. А вот сейчас хз тактику он когда снизу пустил. Блин, да откуда она взялась-то? Ну сейчас я сам это испортил себе тайминг. Die!
Ну блин, ну это КГ. Повезло. Все равно близко очень. А, 37. Нафига ли ты их-то пускаешь? Да затралил, затралил. Еще не раз затралит. Еще, наверное, на один хп там затралит что-нибудь такое. Ну это да, это я, ну просто слишком близко к левому краю, это вообще дно. Да почему он этих-то сейчас пустил? Вообще не в тему. Ганнон, ты что-то сбиваешься с такта? Мы же не так договаривались-то. Мы же договаривались, ты пускаешь коричневых, а потом сверху пускаешь, блин, своих этих оранжевых упырей. Да что такое, он зациклился что ли там? Во! Ну... Слишком близко. Линками ему что ли будешь платить? Ты что я сделал? Палец-то уже устает спамить-то. Да не было это fucking close ни разу. Как? Ну, короче, ладно. Почему он не пустил птиц сейчас? Ну, короче, блин, странный он какой-то. Упорот, что ли? Фиг его знает. Да как я это должен сейчас размикрить? Повезло. Блин. Синий тролль, просто синий тролль. Это он линков что ли пускает? Не, вроде не похоже. Ну блин, Китти-то изи. У Китти атаки все постоянные и всего их 4. Хотя троллить она тоже чуть-чуть умеет. Но не как он. Блин, вот... Вот не одно, так другое.
Да что такое-то, ну? Ну хотя бы об этот уже надо не сливаться, но... Вообще неудобно. Фиг знает, как это размикривать с такого расстояния. Нету ачивки спидран? Вот это поворот. Да как? Тут дело уже не в спидране, а в том, что его заспамить надо, потому что он же толстый. Блин, близко. А, ну это ладно. Вроде. Давай зелененьких. О. Хотя я и на них-то подохнуть могу. Ну нет. 57. Да что это? Отлично. Забываешь, что там нельзя стоять. Ну, в принципе, с другой стороны, надеюсь, что он просто не эту атаку выполнит. Как? Я думал, перепрыгнул. Я же жал. Опять не заметил, где он появится. Заслупочил. Просто обычно он меня убивает в такой момент. Что он там говорит-то?
Да как? Ну блин, ну это шняга. Блин, да он даже не пустил птичек после этого. А я стоял далеко, я бы размикрил те кружки. Кнопку стрельбы потерял. Что-то я заслопочил. Опять. Сколько я уж смертей тут, по-моему, больше 100, да, потратил? Сейчас, чуть-чуть рука отдохнет, а то уже, по-моему, начинает болеть. Ну, я вот тоже на работе прохожу, я там записываю все такие значимые точки, типа там, сколько там на гравитроне потратил, сколько там до босса дошел, там на боссе, а тут у меня вода есть, поэтому я могу всегда посмотреть. Кстати, на работе глазик прошел за 15 смертей. Примерно. Да как? Да, стабильно вряд ли. Потому что ты нажал это палец и держишь, и она стреляет. А тут я нажал, и одна только пулька вылетела, и все. И чтобы стрелять быстро, мне нужно тараторить по кнопке. Но, возможно, не с такой скоростью там надо нажимать. Или у тебя палец на третьем. Да фиг тебя знает. У меня устает, вот и все. Вот и весь ответ. Слабый палец, фиг его знает. Ну что-то я, короче, растерялся. Три атаки одновременно практически были. Потому что я должен был одной рукой нажимать Shift и стрельбу. Это очевидно, что это дурость полная. Нахрена такое управление делать? Да что, ну блин. Нет ненормального управления для меня. You must join me, or else you will die.
Да зачем я так высоко прыгнул? Это очень неудобно, потому что я не могу, чтобы один палец нажимал на кнопку, а второй спамил этой же, палец этой же руки. У меня получается только либо оба держатся, либо оба спамят. Ну потому что как еще-то? Ну не знаю, у меня однозадачная рука. А, блин, что-то, блин. Короче, не всегда он после этих выпускает птичек. Очень не скоро. Мне еще 12.3, 12.5 проходить. Да не обязательно было делать поправку. Я — это тоже кнопка. У меня на кнопке Я написано. Ну и Z тоже написано, но... Там же не обязательно включать английскую раскладку, чтобы работало управление. Да как же он достал-то, а? Блин. Какой пианино? Ну это вообще фиг его знает. Не, ну я ничего не говорю, хорошо, если играешь, особенно если играешь хорошо. Ну вот, просто у меня, во-первых, его нет, во-вторых, как-то я вообще этим не хочу заниматься, и некогда, и... Да не, ну короче, это вообще не вариант. Link will die, да, я сейчас услышал.
Your face will die, но это, блин, надо было такое придумать фразу. Твое лицо умрет. Ну, не успел прыгнуть просто. Вообще мне почему-то кажется, что у него голос как у скелета шестого босса. Прям вот один в один. Прям вот помню, когда он выпрыгивает, you will die, ну прям вот один в один же. Хитбокс у этих штук вообще нереальный. Я даже не задел его. Да чё же так стремится во мне это появиться? Да почему я на этом умираю? Я не понимаю, блин. Ну в смысле, понятно, всё это так, вроде очевидно, но... Я не понимаю, почему я не обхожу это. Не, реально, хитбокс больше, по-моему, чем текстуры у этих шариков. Игра сложная? Да кто такое сказал? Изить же. Просто мне уже не должно быть у нее сложно играть. Я, блин, уже да, пока до сюда дошел, по-любому какой-то тренинг же был. А если мне до сих пор не сложно играть, это говорит, не знаю, о крабарукости. Ну, в принципе, это да, это неудивительный факт вообще-то, и так все знают. Двадцать шесть. Ох ты же, надо же. Ну, сейчас что-нибудь упадет. А, нет. Ну это удаляй. Destroy me in the greatest Koridai. Разве он такое говорит? По-моему, он говорит join me. Разве нет? Ни одного лунатика не взял. В смысле, даже на плохую концовку? И почему девятый не в счет? Да.
Коррида? Что такое коррида? Играл за имбу. Ну капец, у тебя отговорки какой-то, как у Тора. Но я же глаз ты брал, это чит. Ну блин. Прошел, значит прошел. Но если хочешь, ты можешь взять дополнительный челлендж, там пройти за другого персонажа. Который, например, более сложный. Так Линк will die, а я-то при чем? Боши. При чем здесь боши? Пусть Линк умрет, а мне это все равно, что там с Линком будет. Два раза одно и то же сделал, странно. Нет, 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 нет. Только не размикри меня. Только не сейчас. Фу. Все, насколько понял, тут никакого затраливания нету, все. Success. It is written. Осталось сейв сделать. Где сейв-то? Все. Фу. 707 смертей это на весь уровень? Всего-то? Что-то странно мало, да? По-моему, у меня ушло около... Я вроде когда включал, у меня было... Короче, 200 смертей, походу, на босса ушло. Так, сейчас, я, короче, сейчас стрим закончу и прям через 5 минут заново запущу. Так что, ну, пока прощаюсь, но через 5 минут будет все запущено снова. Все.